экспозицию «Человек от объекта», «Мумидол хостел» и выставка Саши Потёкина и некоторые работы, но не эти, при участии его покойного отца Георгия Потёкина, «Котики и цветочки». Ну, котика вы здесь видите. Это очень забавная работа «Кошка по имени Кошка». Вот реально, сказать, платоновский идеальный, да, вот, объект. Кошки очень разные, котята, взрослые кошки, со своим характером, очень мелко-мелко прорисованные чернилами и пером. Глазки у них очень разные, у кого-то такие блестящие. Кошки вообще все такие, кто-то настороженный, кто-то такой, наоборот, более спокойный, кто-то такой чеширский, кто-то вот такой даже египетский в профиле, корнишрекс порода. А, соответственно, некоторые такие, как вот прям натуральный кот художника, вот этот, например, вот Кеша, у другого художника есть похожий кот. И мой любимый, наверное, вот этот такой богемный весь кудрявый кот Писка, и Коснёшка я. И Кеша, вот такой линией нарисованной, совершенно другой, более прямой, это, соответственно, вот такой голый кот. И сюда вот цветочки, разнообразные растения, мелко-мелко созданы, собственно говоря. Да, и деревья разные, тут нам подсказывают зрители. В общем, растительный и животный мир, флора и фауна. Ну, фауна довольно, так сказать, однообразная, хотя разные красивые бокоты, а флора разные виды цветов, деревьев, черемуха. То есть вот такой биологический аспект выставки, такой эдемский, быть может. А почему вот черно-белые? Ну, потому что тушь черная, а еще, собственно, может быть, это сон какой-то, да? Не все люди очень цветные сны снятся. Такой вот как бы рай. А здесь у нас сидит очаровательный художник Юлия Денисова. Надеюсь, тут тоже будет выставка в будущем, правда, не сегодня. Лилии французские, символ, да, то есть не только все такое простое. Еще вот тоже цветы очень такие разные. Там цветы в другой технике, в более мощной. И, в общем, у нас все здесь прекрасно. Там Ариана где-то, кстати, у нас галеристка существует очень радостно. Вот даже с нам выйдет очень красивая и милая женщина. И я думаю, что на Мариане, мы, хотя там еще один котик висит, мы это дело закончим, потому что очень приятно. Спасибо.